общем, ребята, это канал «Поршень покинул чат». Мы сейчас едем за донором. Вот, так что скоро не только «Поршень» покинет чат, а и двигатель, собственно, на котором мы сейчас перемещаемся. Я, в общем, нашел отличный вариант, в принципе, недорогой. Это где-то примерно 3000 злотых стоимость этого донора. За свои деньги, то машина, в принципе, будет неплохая. Естественно, я ее беру ради двигателя. Для меня это самый главный критерий. Двигатель там пушка. Его код М54B25. То есть это двигатель, за которым мы сейчас едем, в первую очередь надежен, а уже потом лошадиные силы, уже потом крутящий момент и все остальное. Так что, если, допустим, кто-то посмотрит это видео и будет думать, брал бы сразу трехлитровый, в принципе, да, можно было бы взять трехлитровый, это было бы покрасочнее. Но мне подвернулся такой случай, купить целиком машину по цене двигателя. И этот двигатель довольно-таки неплох. Я, в принципе, знаю его устройство, знаю его проблемы и готов с ними бороться. Сейчас намечается свап. Реальный свап, то есть не просто замена двигателя на такой же, а замена двигателя на уже другой двигатель. То есть это настоящий будет свап. Будем делать это первый раз. Я, кстати, не автомеханик, то есть как бы я понятия имею из ютубчика, собственно говоря, где-то что-то сам знаю, где-то что-то сам когда-то делал. В общем, имею представление, но не имею опыта. И это будет довольно-таки интересно. Правда, я не знаю, насколько хорошо получится, но, в общем, как получится, так и будет. Ну, этот двигатель, в принципе, еще живой, но я чувствую, что умирает. То есть начала греметь цепь ГРМа. Были у меня уже проблемы со сцеплением. Я, правда, уже 1000 злотых вбухал сюда, чтобы сцепление поменять. Ну, в общем, да, жалко, конечно, но вот такое. Посмотрим, возможно, это сцепление от 1.8 подойдет на двигатель 2.5. Возможно, теоретически такое будет. Если такое будет, то мне повезет крупно. Я буду считать новым сцеплением и хорошим двигателем. Вот сейчас мы едем на двигателе 1.8, 105 лошадиных сил, его код это М43. Двигатель, в принципе, неплохой, но не славится своей надежностью. Он, ну так, много у него на самом деле есть болячек, слабых мест. То есть инвестировать в этот двигатель нету смысла. В общем, ребята, мы уже купили донора. Он уже готов к транспортировке. Поедем на галстуке, потому что нету приплывки. Не знаю, не помню уже, как это. Расходометр воздуха. Вот, вспомнил. Ну и что, сейчас отправляемся в дорогу и надеемся. Надеемся, что никаких проблем мы не встретим на своей дороге. И через некоторое время начнется свап. Так что не пропустите это видео. Подписывайтесь на наш канал. Поршень покинул чат. До новых встреч. Всем пока.